Наталья Чакина живет в поселке 8 лет. Говорит, раньше это было спокойное место. После строительства офисных зданий машин в жилом районе стало больше. А водители не сбавляют скорость даже перед пешеходами. Я боюсь за ребенка. Допустим, была не раз ситуация, когда у нас столкновения были, когда я шла сзади, ребенок выбежал, я не успела, только его схватила, и машина пронеслась возле моего ребенка. Евгения Гродаль боится выходить на улицу. В прошлом месяце ее чуть не сбила машина. Машины мешают. Страшно выходить за детей, за стариков, за животных. Один раз я вышла, вот так стала, чуть-чуть стала. Хорошо, что я отошла в сторону, да? Меня сбила машина. Там же у нас все крутые, все позвоночные, все на суперавтомобилях и все действительно летают вот туда вниз. Фамилии называть не будем, они общеизвестны всем нам, в том числе депутатские. После обращения жителей состоялось совместное совещание коммунальщиков и сотрудников ГАИ. Было принято решение установить здесь дополнительные дорожные знаки «Жилая зона» и ограничение скорости до 40 и установить пешеходный переход по улице 25 Бакинских комиссаров. Установить знаки и пешеходный переход в ГАИ пообещали до конца следующей недели. Ольга Сапронова, Василий Дмитриев, «Панорама».